Первый раз об этом слышу. Но я могу сказать только одно, что в Конституции прописан механизм ее Конституции изменений. Насколько я знаю, это невероятно сложный механизм. Во всяком случае, это 100% не то, что большинство, простое большинство Думы. Это нужно как минимум квалифицированное большинство, то есть 3/4 депутатов Думы. Насколько я понимаю, сейчас у «Единой России» нету такого большинства. Поэтому я не знаю, о каких изменениях идет речь, но я знаю, что это очень сложная процедура, и просто так, без крайней необходимости, к ней никто не обращается.